Вы миссис Муни, а ты кто? Я подруга Ника, мне надо его найти. Прости, но я не видела сына 2 года. Он у меня деньги украл. Я тебя даже не знаю. У меня татушка с его сраным именем. И что, дать тебе денег? Хотя бы 5 баксов. Господи. Этим летом. Ты горничная? Да. Это Мэдисон, присмотри за ней. Я про детей ничего не знаю. Я не справляюсь. Никто не предупреждал, что это так тяжело. У всех других мамаш все отлично получается. А я не знаю, что делать. Привет, Марго, это Стивен. Ларри Дэниелс мне сказал, бумаги давно у тебя. Прости за назойливость, но подпиши бумаги. Мне надо найти Ника, я его девушка, Талула. Это чей ребенок? Его. У тебя есть план? А у вас он был? Был, выйти замуж и завести семью. И как помогло? Видимо, нет. Оба меня бросили. Я Лилита Киннинг из органов опеки. Я совершила ошибку. Я ужасный человек? Стой! Мы все ужасны. И мы все просто люди. Эллен Пейдж. Если у тебя проблемы, так и скажи. Я твоя семья. Эллисон Дженни. Когда мне было 6, мать усадила меня на крыльцо и велела ждать. Больше я ее не видела. Лучше, когда ты никому не нужен. Так жить нельзя. Ты нужна ей. Талула. Даже не верится. Потом они тебя ненавидят, и вот тогда правда не верится. Жуть какая, пипец какая жуть. Самая страшная жуть на свете,